Всем привет. Сегодня вот я решил поиграть в такую игру Ice Defense. Играть мы будем с вами за бравого парнишку-пулеметчика, который будет отбивать атаки, я так понял, террористов. Ну, в общем, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Я в нее уже немножко поиграл, так что как бы в курсе дела. Ну, заодно и вам продемонстрирую. Первую карту я прошел, на второй остановился. Начну с первой. Сейчас будет мясо, ребята. Сейчас будет мясо. Несмотря на свою простецкую, так сказать, суть игры, блин, сидеть и отбиваться. Больно они здесь ее усложнили в плане отбивания от врагов. Бред какой-то сказал бы, ну ладно, не важно. Сами все поймите. Пока все нормально, тихо и спокойно. Бьем лодочки. Не надо мне пока подкрепление. На единичку это вам скидывают ракеты и лечение. Отлично. Отлично. Ваншот, как говорится. Блин, немного уставший я с работы. Уже практически залипая, но... Но вот захотелось мне снять как бы обзор про эту игру. Отлично. По цифре 2 мы вызываем подкрепление в роли своего отряда. Вот они. Если есть возможность перезарядиться, лучше перезарядиться вне боя, чем это будет, когда будет жарко. Странно, относительно спокойно. Обычно в это время уже 2 минуты почти. Обычно в это время тут уже становится пекло. Так, давай, ребята. Отлично. Сейчас начнется высадка десанта, блин. Где они там? Твою мать, бег. Продинамил, эти там где-то тоже. Давай на опережение. Блин, он попал. Сюда иди, 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 иди. По этой тропинке. Нормуль. Пока нормуль. Так, о, прям сюда, давай. Блин, две ракеты осталось. Ракетировала. Вызываем. Йо, давай, йо. Let's go. Так, нормально. Чё-то не пойму, где мои солдаты-то все, блин? Уже расстреляли их уже всех. Отлично. Standing by. Да нет, вот они тут бегают. Тут лодочку. Отлично. Просто молодцы. Если бы еще бы попадали бы, цены бы вам не было бы. Так, что там? Вызовем ракетки. Ракетки, блядь. Крепление ракеты хило. Хило не нужно, а вот ракеты нам не помешали. Блять. Выслал. Ракет бы, братан.
Тоже, блядь, непонятно, блядь. Когда ты нуждаешься в ракетах, блядь, тебе хилку дают, блядь. Когда ты нуждаешься в хилке, тебе скидывают ракеты, блядь, как специально. Ну чё сейчас, блядь? Сейчас начнется. Две, что ли, блядь? Вот твою мать, а. Давят них солдат, блядь. Ублюдки. Возьму подхилку. Так, артиллерийский огонь, блядь. Нет, нам не нужен артиллерийский огонь. Мы подождем, наверное, и вертолета. До четверочки. До четверочки. Вертолет здесь будет более полезный. Тем более там вертолетчик такой боевой, вот. А если до пятой? Давай попробуем до максималочки докатить. Блять, атака сзади. Блять, забыл, у меня ракет же нет. Блять, без ракеток не туда. Ракеток, блять, как будто я тут в теннис пришел играть. О, пятерочка. Что тут у нас пятерочка? Пятерочка, по-моему, ни разу не вызывал, блядь. Ёб твою мать, вот вы тут по горам наяриваете. Получается, тоже вертолет, что ли? Ну, это я видел. Какой классный вертолетик. Как он шпарит там. И все, что ли, улетел? Так, давай-ка один. Может быть, ракет выкинет нам. О, вот это ты молодец, вертолет. Опять там какая-то атака. О, твою мать. О, ребят, дают. Зарядись, бля. Да куда ты? Куда ты прешь-то, батька? Батька, не батька, батька. Вражина, черт. Да я вот играю, как батька. Так, о, ракета, отлично. Заебись. Так, что он там? Пыхтит, блин. Давай. Блин, вертолет, да, вертолет, конечно, вещь. Вертолет, конечно, вещь. Ёх ты, чудо, я тут динамик. Попал, попал. Давай. Замечательный. Замечательный джигит. Далеко не убежит. Получается так, да? Или кто не там? Не важно, кто не там, все получат. О, ёп. Фига у вас там вечеринка, ребята. Отлично. Вот какие нафиг сносы. Я что, блядь, попасть-то не могу. Отлично, попал. Перезарядимся. Так, что они там меня хотят в тыл взять? Не выйдет, братки. Блядь, братки, кинь мне, братки. Блять, жму на ракеты, ракет нет уже. Че, надо вызывать ракеты? Нет. Ракеты цепляют. Чтоб ракеты нам скинули, блядь. Что-то у вас тут, ребята. Что-то у вас тут уж больно дофига, блядь. Горит там адским пламенем, блядь. А это что такое? Ну что делает, а? Нарочно давит на их
знатные. Что за броневики такие, блядь, непробиваемые-то? Так, давай, иди сюда, блядь. Иди сюда, иди сюда. Застрял там, что ли, где-то? На, блядь. Вот, 5, нормально. Вызываем. Немного разрядить ситуацию. Давай, 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 давай. Вертолетик, давай, помогай. Помогай, батьки. Что-то вообще тут меня окружили. Просто. Просто. Так, 10 минут мы же держимся. Отлично. Причем у меня все жизни. Только вот ракет маловато. На тебе. Ага. Так, иди сюда. Я же затек весь. А, что там? Как, блядь, вот можно и там, и здесь? И там атака, и здесь атака, блядь. Вертолет, хорошо, что еще вертолет там косит их, блин. Так, что тут у нас? Ракеты, блин. Мне бы хило бы сейчас было, они меня ракеты высылают. Давай-ка еще попробуем вызвать. Может, я такой хило вызову, блядь, пришлют. Опять где-то, блядь, атака. С тыла. Вижу. Давай, давай, где там джипать? А, броничок. Я еще попадал бы, блин, нормально. Блядь, прям на меня прет. Шлепок, блядь. Уже глаза, блядь, в кучу. Твою мать, это что такое? Как так получилось? Фух. Так, ну ладно. С первой карты закончили. Давайте перейдем на вторую. Так, террористов я убил нормально так. Техники тоже неплохо. Время. Но рекорд свой не побил. Ладно. Давайте попробуем вторую карту. Там, честно говоря, будет жестко. Еще жестче, чем здесь. Так. Скиллы. У меня есть скилл. Один могу выучить скилл. Ракеты летят быстрее. Ладно, выучим. Поехали. Харбор. Здесь не Перл-Харбор. Хотя тут уже какой-то порт. Ну ладно, глянем. Что-то напряжен аж. Алям, иди сюда. Оп, еп, знаете, скучно. Где, 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 чё? Да. Блин, плохое начало. Ну, одно очко к скиллу мне ничего не даст. Мне нужно 3. Так что еще не скоро я выучу новый скилл. Вот так вот. Пыри, а.
вау, вау. Нет, это мы не будем вызывать пока. Как всегда, блин, как всегда, вот вовремя. Вот нахти. Все строчит. Я бы сказал, что они делать не будут. Вау! Продинамил камикадзу. Че тут? Вот это вот косяк был мой. Да откуда у вас столько муравьев-то, блин? Да, косяк, конечно, был не, блядь, непростительный. Непростительный. Вызываем, блин, один. Я надеюсь, успею дожить до аптечки. Да. Мне решили, сказали, хрен тебе, не аптечка, блин. Молодцы. Просто молодчаки, блин. Как обычно, когда нужна аптечка, тебе высылают ракету, блядь. Когда нужна ракета, тебе высылают аптечку, блин. Логично. Отлично. Вот это уже. Вот это мы уже. Блядь. Ну что ты, ну что ты, родной, я. Родной, блядь. Я знаю, где таких родных видел-то. Так. Блядь, со всех сторон, а. Заварушка-то не. Так, что там на крыше, блядь, делают, ползунки. Машет он там не, блядь. А туда гранаточку. Так, что тут внутри? Стоит, блядь, убедился. Да-да-да-да-да, вызываем. Там встречка, дрочишь. Так, это все понятно. Так, где, чё? Давай прям на меня, блин. Конечно. Да. Ну ладно, ребята, в принципе, что хотел, я вам показал. Дальше будем сами играть, но не играть. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Если понравилось, ставьте лайки. Всем пока-пока.